Мы приветствуем вас на музыкально-развлекательном проекте Pro Music, где каждый из вас проверит свои вокальные и интеллектуальные способности в области музыкального мира. Приветствуем участников. Мать, певица, шальная императрица. Проходит в день 10 километров пешком. Ее девиз «Попробуй догони». Брюнетка без руля со стажем. Считает, что бублик без тормозов безопаснее, чем сноуборд на шипах. Марина Тайлашева. 5 лет назад она кардинально изменила свою жизнь, став мамой. Не умеет играть на гитаре, но знает наизусть все песни Шнура и Зыкиной. Украинская татарка. Татарская украинка. Дарья Поличейка. Участники готовы, и мы начинаем. Участникам будут представлены извечные хиты русского хит-парада. Им необходимо угадать исполнителя и название песни быстрее соперника. За полностью правильный ответ дается 2 балла. Если участник отгадал только песню или только исполнителя, дается 1 балл. Поехали. Я знаю, я волна, новая волна. Я правильно говорю? Я, наверное. А кто давай поет? Подожди, давай послушаем. Да, точно она. Мама, я его вот давай. Вместе. Давайте следующее. Анна Пугачева. Да. Районы, двери, жилые массивы. Я ухожу. Ладно. Я искала тебя, Земфира. Ты молодец. Я планировала отгадать все. Ты молодец. Ты держишь слово. Крошка моя, руки вверх. Руки вверх. Участникам представлена строчка из популярной песни, зашифрованная с помощью эмоджи. Участникам необходимо угадать песню быстрее своего соперника. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Солнышко в руках. Демо, солнышко в руках.
Сто шагов назад. Я первая. Я Меладзе. Тихо, что-то там. Привет. Так, привет, шоколад. Я шоколадный заяц. Я больше не знаю про шоколадку. Часы. Компас. Жинка. Компас. Ориентация север. Я хочу, чтобы ты... Дашка, ты молодец, но ты жжешь сегодня. Ты в ударе. Что это? Люди равны. Люди равны. Привет. Привет. Солнце. Ты классная звезда. Люди. Все люди как люди. А я суперзвезда. Да? Это твой конкурс, Даш. Что это значит? Девочка что делает? Привет. Я... Привет, какое-то вино, я не знаю. Привет. 100 грамм не буду я. 100 грамм не буду я. Подожди. Блин. А что это может быть? Девочка. Девочка. Привет. Это я. Я. С красным вином. Я не пью вино. Я не знаю. Подожди. Умножить на 0. 0 градусов. 0. Умножить на 0. Много 0. Почему умножить на 0? Я не понимаю. Ну я понимаю, что это нет. Нельзя. Да. А я почему-то думаю, что это умножить. Запрет. Ну, я сдаюсь. Я тоже. Сдаемся. А что это что за это? Песня? Мы такую даже не знаем. Ну ладно. Ну, ладно. Участникам представлены 3 песни, которые звучат одновременно. За 60 секунд им необходимо угадать наибольшее количество песен. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Погромче. Группа крови на рукаве. Красная дуга, как другой автомат. Плачет девушка в автомате. Да. Паина, Паина. Паина, Паина. ДДТ как будто там что-то поет. Да. Осень в небе. Нет? Ла-ла-ла, Жанна Фриске, ла-ла-ла. А я дурный, я не езжу. Пропаганда фиолетовая пудра, рисуй мелом. Газманов. Газманов, а ясные дни. Десятки машин, та-да-та-да-да-да, там что-то лыжи. Все, смотри. Куда смотреть? Затанцевалась. Победителем музыкально-развлекательного проекта Pro Music становится Дарья Поличейко. Самое главное, я хочу сказать, что сегодня кто молодец? Я молодец. Марина, конечно, тоже хороша, но молодец я.